Ольга Бузова с пользой проводит летний отпуск на Бали. Звезда показала свою тренировку, которая помогает ей всегда оставаться в тонусе. Всем физкульт-привет! Свою базу тренировки я уже выкладывала, обзор. И я обещала вам, что расскажу про то, как я качаю пресс. Пресс я качаю 12 лет по методике Синди Кроуфорд. Поэтому он меня всегда в тонусе. Упражнения очень легкие. Главное повторять, и самое главное в этом деле регулярность. Сейчас я вам их продемонстрирую. Это круговая тренировка на пресс. Делаем таких 3 сета по 20 раз. Поехали. Первый. Нужно ощущать прям жжение в животике. Жаль, что я не могу контролировать вашу тренировку, потому что, конечно, самое главное – делать упражнения правильно. Но еще главное – желание иметь хорошую спортивную подтянутую фигуру. Вот такой вот у меня сет на пресс. Занимает 20 минут из всей тренировки. Делаю его практически каждый день. Вот и сюда. Подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы тебе приходило новое видео. Всем удачи!